Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем делать листик в французском плетении с рюшами. Кто-то называет его с зубчиками, кто как. Для этого нам понадобится ось. Ось у меня, я уже показывала, вот с таких катушек. Проволочка и бисер. Я заранее набрала на свою проволочку бисер, так как нам нужно сейчас будет сделать в французском плетении несколько пар дуг. Обычным круглым способом, то есть прикрепляем нашу проволочку к оси, берем линеечку, набираем на ось, давайте возьмем 2 сантиметра бисера, вот мы набрали 2 сантиметра бисера, теперь мы делаем, давайте сделаем 4, для начала 4 полных пары дуг круглым французским плетением, заводим проволочку под углом 90 градусов сверху и снизу. Дальше будет видно. Посмотрим, может сделаем еще пятую дугу. Сейчас делаем 4 пары дуг. Вот я сделала 4 полных пары дуг. Сейчас сделаю еще одну. Мы сделали 5 пар дуг. Теперь наш бисер я частично снимаю. Оставляю где-то, наверное, 1,5 сантиметра, не больше. Потом мы будем набирать нужное количество нам бисера. Так вот, мы сделали 5 пар дуг. Сейчас нужно обрезать наш хвостик, который у нас остался. Вот этот хвостик мы обрезаем, оставляем где-то 0,5 сантиметра и подгибаем на изнаночную сторону. Он нам больше не понадобится. Подгибаем хорошо, чтобы ничего не торчало, не задевало палец. Теперь берем нашу проволочку. Вот мы оставили несколько бисеринок. И делаем вот такой вот. Видно или нет? Такой вот зубчик. Вот. Пропускаем где-то 5 бисеринок. Вот мы отсчитаем, сколько у нас здесь 9 бисерин на зубчике. Отступаем 5 бисеринок. Заводим нашу проволочку сверху вниз. И между 5 и 6 бисеринкой проволочку как бы затягиваем. Подтягиваем хорошо. Вот мы затянули, закрепили. И теперь нужно еще раз пройтись сверху вниз проволочкой и между теми самыми бисеринками, теми же, закрепить еще раз нашу проволочку. Вот, чтобы наш зубчик уже хорошо держался. Теперь у нас здесь было 9 бисеринок. Набираем на проволочку еще 9 бисерин. Опускаем их к нашему листику и смотрим. Снова пропускаем 5 бисерин, заводим нашу проволочку сверху вниз, продеваем, отсчитываем 5 бисеринок и продеваем здесь снова нашу проволочку. Вот у нас получился второй зубчик. Теперь, чтобы закрепить, снова проходимся сюда же. Закрепляем проволочку. Вот, следом набираем еще 9 бисерин. Можете набирать не 9, можете набирать 7, например, бисеринок. Или если у вас маленький листик, например, на 3 дуги, можете набирать 5 бисеринок, но нужно, чтобы нечетное число было, чтобы наша одна бисеринка, как бы центральная, была верхушкой нашего зубчика. Вот заводим проволочку сверху вниз, отсчитываем снова 5 бисеринок. Если бисеринки у вас разные, где-то может 6, посмотрите, в принципе, по расстоянию между своими бисеринками. Вот завели проволочку.
затянули. Прошлись снова сверху вниз и закрепили. Таким образом мы сейчас с вами сделаем весь листик. Почему мы убрали верхнюю ось? Потому что мы за нее цепляться уже не будем. Мы вот по всему листику сейчас будем делать вот такие вот зубчики. Закрепили, снова набираем 9 бисерин, спускаем их к работе. Сверху вниз заводим проволочку, то есть с лицевой на изнаночную сторону. Отсчитываем 5 или 6 бисерин, смотрите, по приблизительному расстоянию. И закрепляем проволочку. Вот. Суть я вам показала. Сейчас я доделаю до конца свой листик. Вы тоже делайте. Отсчитываем 5 или 6 бисерин, в зависимости, где-то есть бисер у меня поменьше, потому что у меня китайский бисер. Поэтому отступаю 6 бисерин, где-то 5. Так, отступаем по всему нашему листику, делаем вот такие вот зубчики. Я сейчас сделаю и потом включусь. Не забывайте, что мы заходим один раз, то есть сверху вниз, выводим, чтобы вцепить наш зубчик, и потом еще раз проходимся, чтобы его закрепить. Ну вот, смотрите, я довязала, делаем последний зубчик, закрепляем его за самый, то есть самую последнюю бисеринку, которая у нас проходит возле оси. Тоже двумя оборотами закрепляем. То есть раз прошлись, закрепили, чтобы бисеринка. Вот, мы доделали. Теперь нашу проволочку просто вот так вот обматываем вокруг оси, закрепляем ее. Все, лишнее отрезаем. Вот, собственно, вот такой вот кружевной листик у нас получился. И да, обязательно вот такие вот листики нужно прошить, чтобы они вот так вот не болтались. Как прошить листики, у меня есть видео на канале, заходите, смотрите. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!